Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз для всех знаков зодиака подготовили астрологи на эту неделю, расскажем прямо сейчас. На этой неделе свои дни рождения празднуют представители знака зодиака Дева. Все самое интересное об этом созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Дева. Солнце пребывает в созвездии Девы с 23 августа по 22 сентября. Планета-управитель Меркурий. Дева – знак деятельности. Она отлично умеет разделять и расставлять все по полочкам, чем раздражает других людей. Дева – знак замечательного педагогического и художественного дарования. Цвет удачи представителей этого знака – зеленый и белый. Интересно, что у людей в период правления Дев повышается любовь к животным. Сила этих людей в аналитике. Девы любят гулять в березовой роще и сосновом бору. Камни-талисманы Дев – это нефрит, сердолик и змеевик. В середине сентября овны, уже связавшие себя узами серьезных отношений, будут погружены в проблемы партнера. Постарайтесь посмотреть на жизнь глазами другого человека, мысленно поменявшись с ним местами. Управляющая Тельцом планета Венера принесет ощущение, что наконец-то можно выдохнуть. Обстоятельства, которые напрягали до этого, разрешатся, принося заслуженные плоды тем, кто прикладывал усилия и очень старался решать насущные вопросы. Близнецы смогут начать новые проекты и получить признание за свои усилия. Ваша энергия и изобретательность поможет найти нестандартные решения. Астрологи прогнозируют, в середине сентября вы можете встретить интересного человека, который захватит все ваше внимание. Важно оставаться открытыми для новых впечатлений и не бояться выражать свои чувства. Раки на этой неделе смогут заключить сделки, которые принесут выгоду. Однако берегитесь возможных конфликтов из-за денежных вопросов. Львам этот период принесет возможность развивать свои коммуникационные навыки. Вы сможете убеждать других в своей точке зрения и совершать успешные переговоры. Важно найти баланс между работой и отдыхом в избежании перенапряжения. Начиная с понедельника, звезды советуют Девам устремиться к новым вершинам в профессиональной сфере. Успех в коллективе, поддержка и одобрение коллег, повышение по службе коснутся тех представителей знака, которые не будут лениться и выгодно используют открывающиеся для них возможности. Весам звезды советуют мечтайте осторожно, тщательно формулируя свои желания в период с 11 по 17 сентября. Удачное расположение планет в вашем знаке подарит почти магические способности, и все, о чем вы подумаете, начнет сбываться. Для скорпионов эта неделя – время борьбы и поиска своего места под солнцем. Причем бороться предстоит сразу по всем фронтам. На работе придется доказывать свою правоту, дома организовывать близких, в романтических отношениях ставить вопрос ребром. Хотя именно личная жизнь в этом месяце станет для вас областью сюрпризов и приятных неожиданностей. Так что будьте готовы удивляться. Несмотря на то, что у стрельцов дел предостаточно, стоит на время уйти в тень. Тщательно проверяйте документы, особенно финансовые. Позвольте себе потратить больше, чем рассчитывали. Астрологи обещают козерогам с 12 сентября финансовое благополучие, все планеты на вашей стороне. И улучшения в профессиональной сфере могут происходить даже без активного вмешательства представителей этого знака зодиака. Главной задачей на этой неделе для водолеев станет умение распоряжаться полученной информацией. Чем стоит срочно поделиться с друзьями или коллегами, а какие сведения лучше придержать до поры до времени. Грамотный подход к знаниям – залог вашего успеха.
Работа потребует от рыб всей собранности и пунктуальности. Впрочем, и награды не заставят себя долго ждать. Уже в пятницу многие представители знака получат заслуженную премию. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!